Опустевшие поселки, покинутые дома. Сирийские беженцы говорят, что военные обстреливают деревни вдоль сирийско-турецкой границы. Даже слухов о приближении военных подразделений достаточно, чтобы целые семьи снимались с места. Вот что рассказали Евроньюс те, кто оставили свои жилища. Мы бежали оттуда, потому что там повсюду смерть. Мы бежали от смерти, уехали всей семьей с нашей дочкой-инвалидом. Военные стреляли без разбора, будь то женщины или дети. Они стреляли во все, что видели перед собой, даже в животных. В Турции в палаточных лагерях разместились до 9 тысяч беженцев. В приграничных районах скопилось еще около 10 тысяч сирийцев. 5 тысяч бежали в Ливан. На этих кадрах, размещенных в интернете, запечатлена антиправительственная демонстрация в Хаме, которая прошла 15 июня. Ее участники сожгли портрет президента Башара Асада, призывая последнего уйти в отставку. Проходят в Сирии и акции в поддержку главы государства. Генсекретарь ООН снова призвал сирийские власти прекратить насилие и начать диалог с оппозицией.